Всем привет, с вами Стас, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Сегодня я буду играть на Хайпикселе в Murder Mystery. Ну что ж, давайте начнем. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Рандомная телепортация, и мы уже тут. Да. Сейчас мы дождемся. 3, 2, 1, 0. И я и не пенсии. Ну ладно, в принципе. Сейчас найдем манечка. У него такая морда страшная. Мне нужно от него уходить. И поскорее. Уже вон кого-то убивают. Еще вы. Да. О. Так. Угу. Так. О, детективы убили. Лук, значит, у нас там. Нет, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Так, вот эта вот девочка. Yes! У нее скин поменялся. Нифига себе. Ладно, окей. Все нормально. С мардером или детективом хотя бы. А то на кентян скучно играть. И у меня ютуберки нет, потому что у меня мало подписчиков. Ну ладно. Пускай. Так. Я тоже. Я на кенте, я забыл. Меч уже выдан магнику. Угу. В принципе, я тоже так. Ладно, окей, вы это не видели. Я как-то по-нукски прыгнул. Даже перепрыгнул. Да, вот так вот. Вот так вот это дело. Хопа! Блин! Ладно, хорошо. Пускай. Ой, кто детектива убил? Так. Угу. Игрок уже подобрал. Лук. Ну, капец. Хоп. Упал. Ну, вот. Так.
У меня всего лишь 3 золота, нужно собирать золото. Буду спрятаться от маньяка. Потому что я не маньяк. Если что, меня зовут... вот мой скин, меня зовут... Феи Пегасус 69. Ну, я иногда захожу, там играю на Хайпикселе. У кого есть лицензия, можете заходить и играть вместе со мной. Вот так вот. Так. Вроде никого. Так. Идем. Он думает то, что я убийца. Но убийца кто-то другой. Кто же может быть убийцей? Вот и я тоже не знаю. О, 30 секунд ему осталось, мы скоро победим. Ой. Ой-ой. Что, Мардер, что ли? Блин. Валим. Ребята, валим. Еще одно золотишко. И я крутой. Ты че, блин? ГГ. Капец. Че он наделал? Он что, с ума сошел? Капец! Дайте мне хотя бы детектива, пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне детектива. Ой, задолбали они со своими инкентиями. Вообще. Мне не нравится вообще эта карта. Очень нравится. Пусти меня за собой, и буду я героем. Отпусти меня, отпусти, и потом ты всех отпусти. А меня отпусти, а меня ты отпусти. Мадам у нас Джунхак, 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 Джунхак. У меня ее. Так. Хопа. Блин, не смог. Ну ладно, это никто не сможет. В принципе. Хотя, может... Ой, могу ломать. Нет, не могу ломать. Да хватит вы меня Иннокентием обзывать. У меня маловероятно то, что я буду или детективом, или Мардером. Ну, Мардером это вообще капец как сложно. А тем, у кого ютуберка, тем вообще не сложно. Например, там, Дилерону. Ладно, окей, все, закончили, да. Все. Вот, замочили. Ах ты ж! Ах ты ж! Ой, блин! Ладно, окей. Дайте мне Мардера, пожалуйста. Дайте мне Мардера, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот тебе и Мардер. Он какой-то странный. Бежим, это Мардер! У него был меч в руке. А, помогите! За мной гоняется маньяк. Он че? Ой,
Валим отсюда. Эта девочка маньяк. Теперь я знаю, кто маньяк. Так, бежим. Блин! Ой, я жив. Не знаю, почему я... Так, у меня есть лук. Я могу убить эту девочку. Как только она появится. Так. Минут осталось. Серьезно? Блин. Блин. Бежим. Мне нужно 5-10 золота. Зачем я? Капец, я дебил. Ой, капец. Золото. 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 Я люблю золото! Ладно, поскорее. Фух. Как много золота. Как много золота. Как много золота. Иди сюда. Так. Хомочка. Фух. Идем. Эта девочка еще жива. Блин! Да почему? Как я в нее выстрелю? Капец. Почему мне не получается? Ой. Опять я Иннокентий, вы что издеваетесь или что? Я пошел прятаться. Ну нафиг. Ой, я вижу сквозь текстуру. Больше не вижу сквозь текстуру. Прячемся. Чувак, прячемся. Да, прячемся. Я буду сидеть. Ждать его. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Там этого мадера я буду ждать. И 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 ждать. Все у меня. Так. Тихо. Ты что, меня хочешь убить? Ты что? Ой, еще одна. А она странная. Чего? Ассасин. Ассасин молодой. Ладно, я тебе поверю. Кашка. Ну, золото.
Вот, Марго. У меня хорошо стремится к Марго. Блин. Тогда завалил Алекс. Это был ты? Валя. Он не хочет стрелять. Ой, я боюсь. Так. Тихонечко. Как он идет с натянутым луком? Это не ассасин. Его убили. И Мардер Килд Копт. Да, мы выиграли! Наконец-то мы, ребята, выиграли. Мы выиграли! Ну давайте сыграем еще разик. Я думаю, нам опять же повезет. Как и сейчас. Даже поршень берем. Управление свечения. Так. Я... Вот тебе и надо. Я теперь не знаю, кто это сегодня. Это он, это Мардер. Я ведь видел, как ты их убивал. Так что, не это, не сопротивляйся, я тебя убью. Говно ты. О! О, засветился чувак. Видишь, мы опять выиграли. Ну давайте тогда еще один разок сыграем. Что-то больно быстро стало. 17% быть Мардером. Дайте мне хотя бы детектива. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я люблю детектива. Детектива, да. Детектива. Так, тут сколько человек они меня засчитают, потому что их 16. Опять я Иннокент. Вы чё, издеваетесь или чё? Я буду за ними следить. Следить. Сейчас следить. Сейчас следить. Я люблю следить. Так. Тихо. Так. Вот, походу, Март. Это не странно. Это твой прослужил. Уж больно ты странный. Ой, какой странный. Даже страшный. Да, не страшный. Я теперь не страшный, но... Так. Да. 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 Алмаз у него. Алмазный. Алмаз. Алмаз хренов. Алмаз. Алмаз, ты что, выходит? Алмаз, ты где? Алмаз.
Алмаз. Алмаз. Давайте вот так вот цепляйте, посмотрим. Где алмаз? Так, алмаз. Вот алмаз. Алмаз. Очнись, алмаз. Это как? Это место хотя бы одну ночь покалывает. И кто же это был, интересненько? А? А вот и не ясненько, кто это был. Все серьезно? Это что, вот эта земелька? Что за фигня? Вот эта земелька? Это какая-то странная земелька. Лол, ха, мы опять победили. Напишу ГГ. Ну, очень хорошо. Хорошо сыграли. Так. В общем, ребята, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы хотите еще мандера, пишите в комментариях и ставьте лайки. Наберется 2 или 3 лайка, сразу же пойду снимать новую серию. И объем, я думаю, вы этого уже ждете. Ну да, в принципе, все, да. Подписывайтесь на канал. Желаю удачи всем. Пока, друзья. Всем бай-бай. Бай-бай.